60-й парик, в целом неплохо. Не буду получать от плехи, нет смысла. Лучше уйдем на КД. Ну вот он бой, кажется, на 6000. Если сейчас ты, парень, не поедет у нас впушивать, вот он бой на 6000. Давай, защитник, сделай что-то полезное. Выйди ты на коне Е3, и мы ему раздадим. И ты, и я вместе. Понял. Понял, брат, понял. Я тоби понял. Ага, фугасики полетели. Алло, ребят, подъезжаем, не стесняемся. Счет как бы 8-3, держу в курсе, господа. Алло, алло, алло. Алло, 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 ребят, подъезжаем, не стесняемся. Яга почти фуловая, сотка почти фуловая, ребятки. Ребятки, блин, зачатки. Я могу резко вот сюда выйти в тыпарика, разрядить. Он пятится назад, да? Алло, 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 ну наконец-то, наконец-то. Господи, ну вкати, я тебя умоляю. СТ2 уехал, вкати, пожалуйста. Просто прими эту тыку и вкати, господи, пожалуйста. Боже, какой у меня мусор в команде, ребят. Это просто забей. У меня тяжи просто биомасса. Просто биомасса. Они боятся выйти, танкануть одну тычку и убить Е3. Это без комментариев. В итоге приходится самому разряжать чела. Я еще и зафейлил тыку. Они трупик толкают, ребят. Счет 11-4, у нас 10 кабус по хп, они трупик толкают. Все правильно, ребят. Все правильно. Дебилами по жизни легче всего, блин, быть. Совсем ничего не надо делать. Да, давай еще перекрой прострельчик. Все правильно, все правильно. Все правильно, я к тигру еще и прострельчик перекрыл. Убей, пожалуйста, Е3. Хорош, хорош. Это биомасса не заслуживает, чтобы жить. Так, 5300. 5300. Просто в тыпаря раздать и все, и нормалек. Колесничек заберешь, пожалуйста. Господи, забери. Господи! Какие они идиоты. Они не могут Е3 в спину пробить, ребят. У меня все. На этом все. Не-не-не-не. 700 хп как раз. Блин, а он на меня смотрит. А я не пробил. А я молодец. Кто молодец, ребят? Я молодец, я не пробил. И бой на 6000 благополучно, ребят, руинится. Спасибо союзникам за это. От души, ребят. Тяжело же было выйти танкануть Е3, чтобы я быстренько раздал барабан и пошел дальше дамажить. Все правильно, надо стоять на фуловой сотке. Молодец. На фуловом базе, на фуловой яге надо стоять, все правильно. Ну, блайндов не было. Блин, просто, вы понимаете, ну, одну...